Всем привет, с вами Артур, и продолжаем проходить Ryzen. В данный момент мы все еще в лагере, и давайте, пожалуй, пойдем по квестам. Лучший боец в лагере бандитов. Так, Люи за золото. Так, могу я выбрать какой-то бой там? Но другой смысле, что этот не хочет сражаться. Так, я хочу заключить сделку. Я хочу заключить сделку. Ну, давайте с Доминго. Сперва найди побольше золота. Вот это плохо, вот это плохо. Ты вроде достойный противник. Может, сразимся на арене? Этого следовало ожидать. Подумай. Здесь моя территория. Я даже ставлю сам на себя. Ну, я даже не знаю. Нет, наверное, я не готов с ним сражаться. Я на самом деле готов, но я просто знаю, что шансов у меня маловато. Наверное, нету. Стена такая веселенькая. Надо найти пьянчушку и расспросить насчет осколка. Вот тебе пиво за информацию. О, принес. Ты прекрасен. Он ищет обломки клинка меча. Старого и инкрустированного золотом. Они тут везде, у каждого есть. Правда, только не у Хокинса, не у Яна, не у Рэйчел. У Крейга есть. Я сам видел. Такой большой. И у этого дебила еще есть. У какого дебила? У Даргана кусок есть. Дебила. Ну и у Брогора есть, конечно. Только тебе придется его самого на куски разобрать. Еще у меня есть кусочек. У тебя? Я дам тебе пиво за кусок клинка. Ты что думаешь, я совсем тупой? Тут и два пива мало будет. Пока что у меня к тебе нет вопросов. Пожалуйста, какая. Так, значит, два мало. Может, три хватит. Ладно, я не знаю, надо поискать тут что-нибудь. Что это? Оскар. Рэйчел. Зачем мне это все? Энрика. Дуайт. Брэмл, что это за... Так, ну давайте сбегаем к самому дальнему тогда уж. Так, прицелимся. Да, отлично, бежим. Так, по-моему, этот сундук ничей. Если он ничей, то он наш. Так, золото, зелье, ром. И моллюску все забираем. Так вот, не оставляйте вещи без присмотра. Так, ну подожди, я ж блок ставлю, или что, тебе это не интересно? Ах ты, маленький поганец. Крепкая ветка пол... С чего бы мне ее... Я ее не брал. Или она в этом... Не знаю, ёжики была. Так, я пришел уже? Ну, вроде как да. Так, тут... Немножко травы, зелени. Так, я не понимаю, что тут? Есть кто-то или нет?
Может, он там наверху где-то? Я даже не представляю. Тихо. Тихо. Кто-то там есть. Если кабан... О! Да не уворачивайся. Фух, отлично. Так, ну тут явно есть развалины, значит, наверное, может быть, мне надо в них. А это не белые мантии? Так, надеюсь, нет. Давайте сохранимся, может, нам придется идти в развалины. Может, это будет весело. Стой! Во имя Инквизитора! Да ты чё? Не, ну прекращай. Ну хватит. Тебе не сбежать. Я и не пытаюсь, но ты меня бить пытаешься. Тебя... Да ладно. Ой, блин. Ладно. Жалко, у нас нету фаербола. Тебя найдут. Ой, тут их дофига, дофига. Ты кто? Стой, откуда? Во имя Инквизитора. Да ладно, ну хватит вам. Я их достану. Так, а тут простой сундук. Можно было бы стырить что-то, если бы мы тихо тут прошли бы вокруг. Давайте попробуем убежать и потом... Тебе не сбежать. Давай, вали. О боже. В этот раз я... Это был фейл. Так, в этот раз я буду умнее. Ну, мы хоть из болот выбрались немножко на время, поэтому тут более интересно. Я, как в прошлый раз был, хочу сейчас до сундучка добраться. Хватит тут. Так, больше тут никого нету, значит. Ого! Она сильная. Похоже, меня сейчас опять убьют. Ох, тут еще и волки. По-моему, я не по той дороге иду. Ой, они тут и большие, на самом деле. Так, хватануть попробуем. Если нас не убьют, то не убьют. Так, зелье и факел. Отлично, все взяли. Теперь бежим отсюда. Стой! Во имя Инквизитора! Не-не-не-не-не. Так, как бы его обойти? О боже. Именем Инквизиции ты арестован! Окей, пока. Иди сюда, трус! А ты бегай быстрее, лошара. Так, ну ладно, возвращаемся на болото. Я, пожалуй, выпью бутылочку зелья, так как нашел одну большую. Так, туда мы не пойдем. Хотя... Ну что ж, видимо, нам не сюда. Какие у нас вообще есть задания? Крейг. Так, надо Клея побить. Блин, бежать до туда долго. Давайте я немножко скипну видео, добегу до туда и продолжу. Так, ну что ж, вот мы и здесь. Сейчас, наверное, сделаем quick save и давайте-ка поговорим с ним. Что? Разве ты не должен нести караул возле болотной фермы? Убирайся. Мне плевать, что ты думаешь о Брогаре. Но понимаешь, теперь я приказываю тебе вернуться к караульной службе. Ты? Верно. Вот почему Брогар не пришел сам. Я покажу тебе. Что ж... Ладно, ублюдок. Ну, окей, хорошо, начинаешь быстренько так.
будет крутой бой. Да, очень крутой. Покруче, чем с Лоренцо, наверное. Достать бы арбалет и прострелить бы тебе колено. Только не это. Только это, только сейчас. Что они тут вообще творят? Сделай, что можешь. Вот надо такие усилия хорошая делать. Мог бы работа просто сменить на посту. Мудила. Впечатляет. Хорошая работа. Слушай, ты тут не подстрекай. Именно. Помоги мне. У меня, между прочим, брони нет. Ухожу в обносках. Да. Да. Да, нет, да, отлично, вот так. Хорошая работа. Невероятная работа. Работа мастера. Именно. Без вариантов. Бей. Бью. Крушу, Халк. Хорошая работа. Бей. Да, это непростой бой. На меня веселит эти комментарии за спиной, так что я не отношусь к нему даже серьезно. Хватит тут. Сейчас у стены тебя зажал, и теперь конец тебе должен прийти. Именно. Не-не-не-не-не, ну. Именно. Я почти ж победил, это вечно так. Компьютер. Хорошая работа. Компьютер, не делай мне плохо. Впечатляет. Нет! Ну! Сейчас еще повторим. Сволочь, ну как так может верно быть? Вот почему. Что ж. Да хватит! Первый удар всегда за тобой, да? Что? Что ты творишь? Дай мне шанс, это я новичок. Хорошего. Сейчас я тебе устрою тут у стены. Эй, в прошлый раз ты подстрекал получше. Что они тут вообще творят? Мы боремся. Это не кончится ничем хорошим. Тихо. Это не кончится ничем хорошим. Это давай не кончится ничем хорошим. Так, тактика опять у нас. Прекрати это! Ну, прекращай творить. Что они тут вообще творят? Что они тут вообще творят? Хорошо, что как в Готике третьей нету этой фигни с выносливостью. Что они тут вообще творят? Сделай, что можешь! Это принесет тебе одни неприятности. Отлично. У тебя есть F8. Соберем с него все говно. О, лучника получили. Неплохо. Так откуда вы берете ящики? О, из-под земли. Молодцы. Нормально. У вас вечная работа, парни. Ха-ха-ха. Так, поговорить с тобой тебе надо. Ну что, все? Куда ты спать лег? Вставай. Ты вернешься на караульную службу? Или мы будем ссориться? Иду, иду. Что? Ничего. Через плечо. Самокруточки. Неплохо. Это не самая плохая вещь. Так, теперь надо бы найти наш... Так, где этот? Клей сменил Фила на посту. Хорошо. Пара бесполезных идиотов. 25 опыта. Ты похож на человека, который держит нос по ветру. Что ты знаешь о лезвии меча, расколотого на части?
На что годятся обломки лезвия меча? Бесполезное барахло. Единственное, кому они могут понадобиться, это кузнец. Ну и ты, само собой. А что такое? Знаешь ли ты, где обломки лезвия меча? Я знаю, где одна из частей. Она у меня. Вопрос в том, как ты собираешься заполучить ее. Твои парни занимаются чем-нибудь еще? Или только торчат тут дни напролет? Они охраняют. А чего ты ожидал? Когда нужно стоять тут целый день, эти парни отлично справляются. Это хорошо натренированные убийцы. А если сюда полезут те создания из храма, ты будешь только рад моим парням. Так что выкажи побольше уважения. Бойцы отвечают перед тобой, верно? Ага. Большинство из них обязаны мне жизнью, так или иначе. Они знают, что опасно ссориться с крупной рыбой. Выходит, ты все время знаешь, кто из них где находится? Конечно. Ну, обычно да. Один из них пропал. Дарган отправился в болото по моему поручению. Судя по всему, этот идиот заблудился. Или его съели. Или он снова волочится за бабами. Вечно он забывает, что должен сделать. Я поищу его. А когда он вернется, будет еще месяц ночные горшки траить. Так, побег с золотом, задание, отличненько. Ох, пойду из бочечки попью, наверное. И что еще можно сделать тут? Вообще без понятия. Где бочка? Где-то тут было. Уиу, как далеко прыгает, это круто. Вот она, бочка. Приостановлю видео, чтобы попить и не тратить время. Так, ну что ж, продолжаем. Я не знаю, наверное, надо попробовать. Может, сразиться с Брогером, если он согласится, тогда, может, выиграем у него часть клинка. Если не согласится, то ничего не выиграем. Но вообще, у нас еще есть... Где это? Побег с золотом. То есть надо походить по всем болотам и поискать его. Тогда я сохранюсь, ищу 3 минуты. Если не нахожу, на этом мы эту часть закончим и будем искать следующий. Просто у нас начинается ночь, и вряд ли мы его найдем. Так. Так, сундук. Может, в нем что-то есть? Отлично, тут в каждом сундуке можно что-то найти полезное для себя. Ха, ну, не в каждом. Видимо, мы уже в этом что-то нашли. Так, а мы можем арбалет. Так, наносит 10 урона, наносит 25. Я могу так поставить его? Отлично. Можно так издалека. Бам-бам-бам, хедшот. Так. А может, нам подскажет вот этот дядя, где он? Нам искать этого надо чувака? Нет, не подскажет. Может, тут что-то есть? Вот по этой части не ходили болот, насколько я знаю. Может, попробуем эту стену поколошматить, выбьем что-то. Хорошо бы я умел проводить разведку. Хорошо бы. Как-то тут пусто. И болото булькает. Так, а вот... Нет, это арена. А на арене, кроме арены, ничего нету.
Ладно, походим сейчас еще по болоту. В той стороне, может, что-то да найдется. Но как-то мне кажется, что вряд ли. Кстати, сколько у нас золота надо? 90. Нам не хватает 10 золота, чтобы бой провести последний. Может, удвоим наше золото даже. Кто это там? Да, похоже, мы тут никого не найдем, но в любом случае, хоть поискали, значит, надо будет... О, подождите, шахта. О, подождите. Так, помогать будешь мне, пьяница ты? Тунеядец. Хорошо. Хорошо. Бей их. Отлично. О, черт. Мило. О, мы еще и квест выполняем. Так, что ж, сохранимся. Сейчас дополним этот квест. Последнюю крысу надо убить. И тогда, я думаю, закончим часть. Где она? Вот она. Сейчас. Понеслась. Черт. Черт. Умри, животное. Отлично. Проворные крысы. И правда, проворные, но мы проворнее. Ну, мы не проворнее, мы просто здоровее стали. Ладно. В эту чарту мы пойдем в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.